Всем привет! В эфире «Заметки о Черкесии». Это такой нестандартный немного ролик, скорее такая реакция на некоторые комментарии. Давние очень комментарии. Однажды у меня случился такой эпический спор с одним из горе-журналистов. Смысл был в том, что часто, когда говоришь об основании Екатеринодара, как города, да, когда пришли сюда запорожские казаки, поселились, очень часто люди, которые мало читают или плохо знают историю, они начинают агрессивно как-то реагировать на то, что вот тут, значит, подлецы казаки пришли, там вырезали черкесов, выгнали из берега, и вот основали этот город. Вот на самом деле нет, потому что история знает несколько иной расклад. И вот и об этом я хотел бы сейчас поговорить, не очень много, но как бы пояснить, как появлялся Екатеринодар и какие взаимоотношения с черкесами при этом происходили. Конечно, если брать чуть-чуть раньше, первое появление Суворова именно в 1778 году на этих берегах, отношения были иными. Но на тот момент полноценных аулов, даже временных, их не было на этой стороне, потому что не так давно русско-турецкая война прошла. Тут как бы угроза была опять этой войны, тут нагайцы нападают с этой стороны, а с нагайцами черкесы сражались постоянно. Тогда их еще Суворов не выгнал их с правого берега Кубани. И да, Суворов строил вот эти укрепления. Черкесы нападали на них, воспринимая его как врага. Потому что, причем тут надо понимать именно контекст этих нападений. Вот возьмем, допустим, Екатеринодар. Суворов построил Архангельский Фетчанец на левой стороне Карасуна. Ну, там, где сейчас в Краснодаре находится Ставропольская 2. Самое начало Ставропольской. Вот из-под акведука выезжаешь, там здание Кубанинерго, там дальше паром на Казет. Вот здесь находился Архангельский Фельдшанец, который устроил там Суворов и поехал дальше устраивать их дальше по Кубани. Цель его была какая? Он предполагал, что будет очередная война с Турцией, и им нужно было оградить вот эту новую границу от прямых нападений. Фельдшанец — это, ну, всего-то там что-то, башенка небольшая, да, с небольшим гарнизоном. И проблема была в том, что когда Суворов уходил, начинался разлад. То есть при нем был порядок, только уходил, солдаты там, управленцы были как бы рукопопы, и, к сожалению, все это в печальном виде оказалось. Ну, пример тому яркий, самое нападение на этот самый Архангельский Фельдшанец, совершенное черкесами в 1778 году. Там получилось как? Туман густой. Фельдшанец перекрывал брод, где сейчас паром. Единственное место, куда можно было пройти от Энема через Чибийские плавни. То есть возвышенная такая часть. И черкесы переправились чуть дальше отряд в там, где сейчас городской сад. Там, где сейчас Солнечный остров находится. Они перебрались отрядом и, скрываясь под туманом, подобрались вдоль Карасуна берегов. Берег Карасуна проходил как раз. Здесь сейчас улица Новороссийская по Краснодару, улица переход Суворова, это улица. И вот как бы этот Карасун по улице Суворова современно. Эти беспечные казаки промухали этот переход наездников на ту сторону, проспали элементарно. Ну, еще туман. И как бы когда туман рассеялся, ворота открылись, фельдшанца этого, выпустили скот к водопою, к Карасуну, вышел небольшой отряд покосить травы. И в это время на скот напал этот черкесский отряд с одной стороны, а с другой стороны из леса выскочил на вот этих сенокосов. И началась там какая-то резня, ну, в общем, получилось, вовремя выскочил отряд из фельдшанца, и черкесы отступили в лес, ну, похватав скот, вот, убежали в лес. Часть отряда стала его преследовать и попала в засаду около Солнечного острова, и была там уничтожена полностью этот отряд, и на помощь никто не смог прийти. Там трое раненых потом нашли всего лишь. А эти закрылись, остальные, в фельдшанце, потому что все, там уже людей практически не оставалось. Одного казака выпустили в Елизаветинскую на ближайший пост, для того, чтобы за помощью прислал. Ну, помощь пришла только через 14 часов там уже. Черкесы, естественно, ушли на ту сторону и описывали, ну, дело в том, что погибло там более 200 человек, могила их сейчас неизвестна, где-то в районе Черемушек современных Краснодара, этих солдат. Ну, описывали солдаты, что во главе отрядов стояли некрасовские казаки, которые вообще считались в то время уже как бы эмигрировали в Турцию вроде бы. Они были жесточайшие враги, Суворов с ними вел переговоры, они его прямым текстом посылали к черту, сказали, что Россию они никогда не перейдут и будут сражаться до последней капли крови с ней. Они ушли в Турцию, но часть их осталась и стала руководить черкесскими отрядами, которые нападали. То есть здесь не то, что сама идея, что черкесы нападают, а
эти вот некрасовские казаки внутри черкесского общества собирают партии таких вот лихих наездников, которые нападают на укрепления российские. Через там пару лет этот фельдшанец сняли, ну, то есть надобность, угроза была снята, с Турцией были мирные отношения, и их как бы ликвидировали. И вот в 91 году казаки пришли, когда как запорожские казаки шли, они остановились как раз-таки на руинах вот этого фельдшанца. На Мёдском городище, между прочим. И стали там. И вот самое интересное, да, вот никого же они не выгоняли отсюда. То есть есть документы в архивные, в которых четким ясно написано, что пришли весной казаки на этот архангельский фельдшанец и задумали на обратной стороне Курасуна построить крепость. Там, где она и была, в начале Красной. А, недалеко от современного парка городской сад. И назывался тогда это Карасунский кут. Это была лесистая такая местность. Вот. И главой казаков тогда был один из главных, был Чепега, Захарий Чепега. И сохранился документ этого Захария Чепеги на имя управляющего Новороссийским краем. Значит, что вот когда они пришли, к ним вышли черкесы из аула временного владельца, ну, как по-черкесски это будет Батыргерей Хаджимуков, Бачерий Хаджимуков. Вот. Один из его аулов вот, находился в этом Карасунском куте, то есть где парк сегодня, городской сад. Там было 11 хаток, они вели свое сельское хозяйство, и вот они обратились к Чепеге, мирно подошли, написали на турецком языке, толмача нашли, написали обращение. Но поскольку Чепега языка не знал, потому что турецкого, читать, писать не умел, он, значит, составил записку, что вот тут они просят, значит, остаться на этом берегу. Ну, непонятно, что-то вот там разъясните, в общем. В подданство просятся. И отправил это письмо. Карл Габлиц, который тогда был старшим в Новороссийской области, он это письмо перевел. Оно есть в архиве, фотографию прикладывал. И перевел там обращение такое, что вот они здесь проживают, просят здесь им дать право остаться на этом берегу, для того, чтобы не переходить на ту сторону. Готовы принять российское подданство, помогать выявлять всякие враждебные элементы со стороны черкесов, с той стороны. Ну, лишь бы там им позволили остаться. Карл Габлиц ответил так, что позволить остаться мы не можем, поскольку по последнему мирному договору с Турцией черкесы являются вроде бы как подданными турецкой, Османской империи. Если мы их примем, то Османская империя это примет как попытку вербовки ее граждан и может быть воспринято как повод к войне. Поэтому как бы, мы такую роскошь не можем себе позволить, но можем позволить что сделать? Пусть они соберут урожай, а весной следующего года спокойно переберутся на свой же аул, там на другом берегу, и там проживают, мы им будем всячески помогать, пусть приезжают на нашу сторону, дадим им разрешение пропуски, все, будем там военными методами помогать, там, что нужно сделаем, но как бы пусть они на левой стороне будут. Вот, такой ответ Чепега получил, и действительно так получилось, что казаки, и было написано в ответе, что ни в коем случае не трогать черкесов, никак не мешать им и не возбуждать их ненависти, то есть вообще там, наказывать всех, кто их обидит. И черкесы собрали урожай, перезимовали и отправились на ту сторону, а казаки перезимовали в землянках, в норах таких, в Карасуне. А только на следующий год перешли на то место, уже построили там другие землянки и стали строить крепость. Вот. Никакого конфликта не было. И Бачерий Хаджимуков до конца своей жизни прекрасно общался с российской властью. Он не переставал добиваться права переходить на другую сторону. В связи с тем, что он сотрудничал с российской властью, чуть позже уже там турки подбивать начали, когда шапсугов и натухайцев, они стали нападать на его владение. Он писал, что на меня нападают. Абазинцы, кстати, тоже отдельная тема, но это потом. Абазинцы, шапсуги, там, натухайцы, нападают, крадут скот. И мы вот я... еще владельцы там Черкесагая и Хангиреи, Гиреевские вот эти владения, там Хатукаевские князья, мы все просим вас оградить нас от них и позволить поселиться на правом берегу, безопасно. Но до 1801 года такого разрешения не было, пока новый император уже Александр Первый не пришел, и который увидел, что как бы схема не работает. А схема была какая, что если черкесы нападали на эту сторону, казакам запрещалось давать ответ. Посылали письмо в Анапу турецкому представителю турецкого султана Паше Анапскому, для того, чтобы он возместил убытки и наказал их. И Паша возмещал убытки и пытался как бы
как-то договориться с черкесами. И только к концу вот уже века стал писать, что ну, никак не могу совладать, они нам не подчиняются никак, ничего, и делать платить я вообще не буду. Че? И тогда Александр I решил, ну тогда мы откроем берег, будем нападать на ту сторону. Но сам факт, что тогда так и разрешили переселяться владельцам. И они поселились. Ну, большинство из них поселилось в будущем там Кривенском черкесском ауле. А здесь вот только Мамат Гирей поселился, отец Султан Хан Гирея в районе Пашковском у него был. Но Султан Хан Бачари Хаджимуков не дожил просто до этого. Он даже к Екатерине II ездил. От нее лично получил разрешение на то, чтобы поселиться на правом берегу. Приезжал он обратно, и это даже зафиксировано, как они там с праздниками, с танцами из его аула на левом берегу приезжали к пристани, вот где сейчас паром на Куба на набережной. Приезжал туда Головатый, переплывал на ту сторону, но как бы в стороночку отходил, боялся к народу подойти, потому что пишет, что чума ходила тогда в Анапе, и он боялся, что заразится. И к нему отдельно Бочерева подъезжал, и они как передавал ему разрешение Екатерины, и они даже уже обсуждали вопрос, когда его переселить. Но случилось в 1796 году Бзюгская битва между дворянами, да, черкесскими, шапсугским, жидугским в основном, и народом шапсугским, в которой Бачери Хаджимуков был убит. И он как бы не дожил до этого. Но вот с тех пор началось вот передвижение княжеских аристократических семей на правый берег Кубани, и именно им принадлежали многие вот эти вот аулы временно на правом берегу, которые, в общем-то, кем-то были сняты, кому-то были возвращены потом. Ну, то есть проблема это не составляла конфликта. Конфликт был в основном с шапсугским народом, который жил более в горной местности. Так что такая история. И более внимательно нужно относиться к источникам и сразу же не открывать вот этот конфликт, там крики, споры, когда есть, в общем-то, документ, подтверждающий одну из точек зрения. На этом у меня все. Делитесь с друзьями, ставьте лайки, оставляйте свои комментарии. Ну и до новых встреч. Всем пока.